Вышивка – занятие увлекательное, но достаточно трудоемкое. И освоить ее может далеко не каждый человек. Но оценить работы мастеров может любой желающий. В Расторгуевской библиотеке в рамках проекта «Добрых рук. Мастерство» проходит выставка вышитых картин Ирины Рощиной. Старыми нашими читателями, которые много лет ходят, мы дружим давно уже, и мы просто знаем об их увлечениях. Они к нам приходят, мы общаемся. А когда приходит новый человек записываться, мы обязательно задаем ему вопрос. А есть ли у него какое-нибудь хобби? Ну, с прицелом вот на выставочную работу в нашей библиотеке. Тематика 10 представленных произведений искусства разнообразна. Пейзаж, натюрморт, животный мир, репродукции известных художников. А самой первой работой стала вот эта маленькая картина «Домашнее задание внучки». Вот такой совершенно простой рисунок заставил Ирину разобраться во всех нюансах вышивания. Дальше я купила большое полотно такое, нарисованное уже картинкой по нему. Напечатанному рисунку я стала вышивать. Картина там вот большая, на лодочке девушка плывет. Вот. Ну, там отработана была техника вообще, в принципе, вышивания. Первые работы были не по схеме, приходилось наугад подбирать цвета нитей. Сейчас осуществить многие задумки стало проще. Стоит только купить необходимый набор для вышивки и окунуться в мир создания красоты. И вот форма частичного вышивки. Это прикладная вещь, это готовая вот эта вот подушка уже была, наволочка для подушки. И вышиваешь только вот эту вот схему по рисунку. Мастерство вышивания предполагает точную, почти ювелирную работу, при которой полностью отключаются посторонние мысли и концентрируется внимание. Самая мелкая, которую я вышивала, это в одном сантиметре 100 крестиков. Окружающие, рассматриваемые работы, говорит Ирина, чаще всего приходят в изумление. Ведь искусство вышивания – это поистине кропотливый труд. Ведь в каждую картину она вкладывает частичку своей души. Напоминаем, что персональная выставка Ирины Рощиной в Расторгуевской библиотеке продлится до марта. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.